Предупреждаем заранее. Все процедуры вы делаете на свой страх и риск. С вами я, Сора. И это видеогайд, как разогнать свой монитор по герцам. Многие знают, что есть мониторы на 120 Гц и так далее. Мы, конечно, 120 вряд ли получим, но можно получить больше 60. Для этого заходим вот в эту вкладку «Изменение разрешения». И тут надо, чтобы у нас в этих параметрах 3D не было включено DSR. Оно не дает делать кастомные разрешения. Вот заходим в «Изменение разрешения». Я тут уже создал свое. Вы нажимаете «Создать» и выбираете. Например, у меня на 83 уже нет сигнала. На 82 он есть. Также вот построчная разверстка у меня и авто стоит. Потому что другая давала более такую мигающую картинку. Это тоже учитывайте, что вот тут можно тоже что-то делать. Вот. Тут можно разрешение попробовать любое прописать. Но я рекомендую вот постепенно увеличивать. Вот, допустим, у вас стоит 60, вот так 1, 2, 3, 4. И так пока будет. Пока не перестанет нет сигнала. То есть у меня 82 сейчас. Я играю 82 Гц в игры. На мониторе, который был куплен за 6000 рублей. Правда, по старому курсу. Вот. А вы можете тоже попробовать. Отписывайтесь в комментариях, что у кого получилось. Такие вот дела. С вами был Йозора. До свидания.